Судебная система Беларуси должна быть эффективной, действенной и результативной. Сегодня глава государства провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Беларуси Валентином Сукало. Основная тема, которая интересовала Александра Лукашенко – проведение судебно-правовых реформ в стране. Постоянно идут дискуссии о независимости судов и так далее и тому подобное. Но мы уже столько решений приняли совсем недавно. Выделили Следственный комитет, естественно, что сам процесс от дознания до судебного разбирательства должен был стать наиболее эффективным, действенным, результативным. Потом еще объединили общие суды, общие юрисдикции с экономическими судами. Как у нас вообще обстоят сейчас дела, меня это больше всего волнует в этой всей кухне. Справляетесь ли, какая помощь нужна? Ну и ряд вопросов, которые вы хотели обсудить сегодня или согласовать. Да, мы действительно завершаем активное проведение судебно-правовой реформы. Ее основные положения были сформулированы в вашем послании о перспективах развития общих судов 3 года назад. Вот сегодня из 54 положений этого послания практически уже реализовано 48. Вот эти 6 находятся в стадии реализации. И некоторые в парламенте наши проекты. И думаю, что в этом году мы уже окончательно завершим последний этап судебно-правовой реформы. Судебно-правовая реформа в стране проходит в комплексе. Она коснулась не только работы судов, но и органов предварительного расследования, юстиции и судебной экспертизы.